Здравствуйте, это дежурная группа. Меня зовут Екатерина Гринаш и Иван Марков. Сегодня мы патрулируем город. Вот мы сейчас приехали на стадион «Рассвет». Здесь строится крытый каток. Вот так он выглядит снаружи. И сегодня же сюда приехал глава города Эдхам Акбулатов проверить, как идет строительство. Сейчас мы зайдем и тоже посмотрим. Вот так выглядит сам каток. Планируется, что здесь будут кататься сразу 50 спортсменов. Это воспитанники детско-юношеских спортивных школ, хоккеисты и фигуристы. Но пока здесь кататься нельзя. Даже нет льда. Все еще находится в стадии строительства, но уже есть трибуны. Рассчитаны они на 186 человек. Уже совсем скоро можно будет прийти сюда поболеть за своих. Открытие данного спорткомплекса намечено на период с 25 по 30 апреля текущего года. Не только спортивные школы будут работать на данном спортивном комплексе. В свободное, в неурочное время здесь будут организованы занятия групп здоровья, людей, которые по абонементам могут сюда приходить.